Всем привет! Сегодня у нас 19 ноября. Вот такая вот погода. Это я размесил. В общем, полдня ушло времени, чтобы зацепить его. Я сейчас вот еще буду цилиндр подсоединять. Сейчас подсоединю. В чем проблема? То ли один аккумулятор умер, потому что второй закипает, а один ни хрена. Вроде все нормально летом было. Долго стоял он. Еле достали отвал. В общем, куновским доставал. Но зацепили. Все нормально. Потому что у нас вон зима вовсю. И не хватает времени, а помощникам говоришь, а это бесполезно. Пока не будешь стоять, ни хрена, никто, ничего. В общем, у меня опять, Миша, game over. Мы с лета фильтр, конечно, не поменяли. И он, естественно, там конденсат, вода и все это осталось. И прихватил он, как бы завелся. Потом хрен заглох. Подогнал эвакуатор, вот на 24 крутил, промывал, прогревал. В общем, кое-как полдня, говорю, ушло. Ну, завел этот трактор. Сейчас под соединю цилиндры и поеду маленько прогребу хоть здесь у себя. Попробую, как это и чего надо. Ну, по идее, надо отвал ставить на 82-й. Но 82-й опять у нас тоже не готов еще. Не готов ни перед, ни перебрали нам. И аккумуляторы. Аккумуляторы, не пойму, то же самое. Один новый поставили, один сняли. Надо их по очереди поставить на ночь. И попробовать на зарядке погонять и посмотреть, какой чего и как дышит. Потому что один сняли, один новый поставили. Но он то же самое. У-у-у, и ни хрена не заводится. Ладно, буду сейчас отвал, да, подсоединять и прокачусь, попробую этот подчистить маленько, покажу, как это. Так, ну что, я прокатился, поставил резинку. Вот такая херня здесь у нас. Все нормально, единственное, мне надо завтра воскресенье с этим цилиндром разобраться, там втулку. Яблоко это расхерачило. Это раз. Во-вторых, надо пальцы четко по размеру заказать, выточить. Два, чтобы они стопорились. Центральный винт. Фу, винт тоже палец его. Ее загибает отвал и расширило. И палец заподлицо, то есть чуть-чуть его не хватает. Если где-то какой-то удар будет, возможно, что он вылетит. Будет пипец. Пальцы с яблоком что-то решить и муфты. Муфты. Здесь, конечно, у меня были уголки. Сейчас я поищу, конечно, это поменяю. Вот это доделаю все-таки, как положено. Это раз. А во-вторых, вот эти вот не работают. Быстросъемные муфты. Потому что он согнул и больше его не раздвигает. Это 100% муфты. Я их подтянул, почистил, но это все херня. Может их выкинуть отсюда просто и штуцер поставить, и будет проще. А, проще переворачивать. То есть, когда переворачиваем... Ну да, там палец. В принципе, они никакого этого рожна не имеют. Здесь можно их и выкинуть. Разъемные эти муфты. Так, все нормально. Часть полтора, пускай потарахтит.
не знаю, будет польза от этого аккумулятором, но пока зарядку большую показывает. Потарахтит маленько. А я теми аккумуляторами с 82-го занимаюсь. Снял один новый. Блять, показывает вроде все нормально. Но упала зарядка сейчас. Сейчас этот второй будет